В фолианте собраны 80 коротких увлекательных историй. Они откроют для читателей малоизвестные забытые факты, связанные с природой и культурным наследием нашего края, который, кстати, в прошлом году отметил свой 80-летний юбилей. Очерки и иллюстрации о четырех анапских достопримечательностях подготовили писатель Сергей Левин, фотограф Александр Кореневский и Ирина Серова. Действительно, 80 историй из самых различных областей жизни. Есть спорт, есть культура, есть история края, краеведение. Есть рассказы об интереснейших людях и фактах, которые многие жители края даже не знают. И мне очень радостно, что в это издание вошло 4 истории о нашей родной Анапе. Это истории, которые я написал о музее Горгипия, о озере Всуко, о нашем, ну, можно сказать, фишке, о нашей фишке курорта фестиваля «Киношок» и, конечно, о Пионерском проспекте как республике детства. Таким образом, вот, популяризируя Анапу еще и вот через такие вот серьезные краевые издания, которые уже сейчас распространены во все библиотеки Краснодарского края. К слову, анапский поэт попал и в переплет еще одной книги под названием «Крым романтический». В сборник вошли рассказы, отобранные по итогам конкурса, проведенного по инициативе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Сергей Левин представил рассказ «Внутри меня море». А мне захотелось написать такую немножко грустную, печальную, ну, в то же время красивую историю, где переплетаются любовь, отчаяние и обретение себя через искусство. В частности, я вдохновлялся картинами Айвазовского, который непосредственно в Феодосии располагается в дом-музее. Познакомиться с творчеством анапского автора и других писателей Кубани можно в библиотеках города. Книги уже в свободном доступе.